толку сейчас. Я вижу тебя, но я звоню не вижу. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товар начинается родина. За верной скамьей у ворот, с той самой березки, что в обвале под ветром склонялись, растет. Все
мыслями подумали о завтрашнем дне, о своих детях. Им здесь жить. Хотят ли они его или не хотят? Нам деваться некуда. У нас одна родина. Одна единственная. Я понимаю то, что хотят, вот русские хотят о том, что вот здесь мы в России. Никогда ее не будет. Мы на Украине живем, мы хотим жить в мире со всеми народами, которые здесь живут. Больше ничего. Я хочу, чтобы мои внуки, мне 65 лет, я прошел Афган, я прошел все то, что мог пройти, вы понимаете? Я призвался в армию 68-й год, был курсантом, окончил Черниговское училище, после этого на границе служил с Чехословакией. Я когда смотрю вот на это, вижу быдло, которое здесь собирается, это некрасиво. Собирают людей, чтобы сбить вот так вот, чтобы люди пошли друг на друга. Спасибо большое. Пожалуйста.
ситуации. Ага. Референдум! 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 Люди крымчане, сюда ближе подходите к нашему крылу! К российскому флагу! Собрался с теми людьми, которые считают, что будущего Крыма Россия!